Безусловно, были приняты, на мой взгляд, ошибочные управленческие решения в 2014 году администрации города, которая создала этот единый округ. Не нужно было этого делать. Сказать, я считаю это ошибкой. Поэтому сегодня дано поручение Министерству образования и администрации города Петрозаводска для того, чтобы на будущее избежать и технических проблем, и человеческого фактора, потому что дети и родители не должны от этого страдать. И когда вот эти коллапсы и дежурство сутками в эти аномально низкие температуры около школ, этого не должно быть. Должно быть все комфортно, доступно, понятно, прозрачно. Этим будем заниматься для того, чтобы жители от этого не страдали.